Всем привет, сегодня я покажу, как установить DecoCraft и объясню, почему не работает. Для начала открываем папку mods и устанавливаем Forge Optifine, если у вас нет папки mods. Forge Optifine или Forge, смотря как. Заходим в папку mods, так, старая версия удалю, и не скачиваем с Minecraft Inside, здесь старая версия. Заходим на ru Minecraft, скачиваем 1.92 и pertlib, обязательно, это библиотека. Скачиваем новую версию, сохраняем, скачиваем потом тут сам DecoCraft и заходите в Minecraft. Обязательно, хотел сказать, что я перекинул уже pertlib, просто я удалил неудачный момент. Но нужно учесть, что у вас должно быть где-то 3-4 гигабайта оперативы выделено, в крайнем случае 2, потому что он жрет примерно где-то гиг или 2 гига, ну короче много. Запустился Minecraft, сейчас создал новый мир, рандомно примерно назову, ну просто рандомно. Креатив для меня обязательно, и просто создаю, сейчас я обрежу, когда буду в Майнкрафте. Так, вот я создал мир, я тут, и смотрите, листаю стрелочки, и тут будет ваш мод, так сказать. Тут компы всякие, тут также есть компьютер, он светится ночью, сейчас я это покажу, когда пропишу timeset night. Все, смотрите, он светится, очень плохо, также тут есть RTX 2080 Titan, здорово, да. Тут есть свинюшки, вот они. И очень много декоративных штук. Ну и, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Из-за того, что у меня нет звуковой карты, я пытался сделать что-то качественное. И все, всем пока.